حالا بریم. دکو خوب است. برادر، انشالله سعیز غم نخور. چیزی نمیتونم. انشالله. Все кишки уже вымотал своим воем. Ах ты, сука, гад! Капитан. Больший сак. Отставить. Они только этого и ждут. Товарищ майор, а разве не все равно, когда? Днем раньше, днем позже. Сил больше нет. Капитан, отставить людей. Какой пример вы подаете солдатам? А что я не так сказал? Вот они нас сейчас куда везут? Я уверен, что шлепнуть. Даже бороды отчекрыжить разрешили. Хотели бы шлепнуть, сделали бы это на базе. И значит, везут в новый лагерь. Зачем? Строить что-то. Может, вертолеты чинить. Или приманку. Тогда уж лучше пусть сразу. А приманка — это что? Это когда духи тебе как барану берут и кожу срезают. Капитан. Нам такого не рассказывали. Боец, все нормально будет. Прощаемся. А? Ну что, товарищ? Деньги. Сначала люди. Давай людей. Тайшанку. Тайшанку, Тайшанку. Заходите быстрее. Быстрее. Заходите. Видишь, как я обещал? Все живы. Кубача. Считай. Все правильно? Хуб. Давай людей. Мазель, возле шамку. Правда, бахай. Здравия желаю, товарищ майор. Здравия желаю, товарищ полковник. Откуда знаете мое звание? Не узнаешь? Командир 2-й роты 1-го батальона, капитан Сметкин. Сметкин. Капитан. Живой. Живой, командир. Живой. Домой. По местам заводи.
Давай быстрее. Вон цветы. Мам, а почему здесь так много еды? А в магазине пусто-пусто. Даже молока нет. А это потому, солнышко, что дядя, который придумал слово «перестройка», ни о ком, кроме себя, не думает. Это ты о дедушке Ленине? Нет, это я о дяде Горбачеве. А вон цветы. Пойдем, побежали. Спасибо, что ты зачем? 7 рублей. 7? Да ладно. 7. Так, сколько цветы стоит? 5. 5? А что так дорого? Все время по 3. 1 сентября сегодня. Ну и что, что 1 сентября? У всех 1 сентября. Не хотите, не бери. Их зарплату-то не повысили? Попушистее. Попушистее? Красавица. Извини, перемена хорошая ожидается. Поинтересуйся. Пиковый король вами поинтересуется. Неинтересно. Радость вам будет, девушка. 25 рублей. Поинтересуйся, милая. Не надо трогать. Я ж недорого беру. Поинтересуйся ребенку на молоко. Что я недорого беру. Стыдно, стыдно. Работать надо. Да мы тянем, мы не работаем. Что пристало? Дай хоть что-нибудь. Будет счастье. Достаньте. Лик, иди сюда. Мама, иди сюда. Дорогая. Лика, пойдем. Где ты бродишь? Откуда у тебя этот персик? Дядя продавец дал. Назвал меня Белоснежкой и красавицей. Разве это не правда? Правда. Ты самая красивая девочка на свете. Ну сколько раз я тебе говорила? Ни у кого ничего не бери, ни с кем не разговаривай. Мам, ну у него такое доброе лицо. Что, ты прицепилась ко мне, попрошайка? Ой, какая красавица. Оттого ты грубая, потому что ты несчастная. Мамочка, я боюсь. Будет твоя дочка шалавой, девушка. И жизнь твоя разобьется. Я сейчас милицию вызову. Да, милицию. А напрасно ты мне не веришь. Я все про тебя знаю. Ну что? Что ты про меня знаешь? Я все вижу, знаю. Почему мужу наставляешь рога и изменяешь? Он же хороший мужик. И детей любит, и тебя любит. Не хочешь жить? Брось, уйди. Не мучай его. И ты, он жизнь тогда устроит. Я цыганская шувани, я все знаю. Мамочка, что это за тетя? Пойдем, Лика. Ой, Делла, Делла, Деля. Ой, Делла. И для особо одаренных лентяев свободная тема. Мечта моя, меня не обмани. Если вы думаете, что я позволю вам лоботрясничать 1 сентября, вы глубоко ошибаетесь. 10 класс, это вам не хухры-мухры. Впереди поступление. Ясно? Расчехлить мозги после лета. Итак, повторяю темы для... Кирюш, я пойду схожу за билетами. Пушкин. Кирюха, оторвись от своего телетеста. Сочинение не успеешь написать. Мольц вас глаз не сует. Не волнуйся, успею. Мое сочинение состоит из 4 букв. Амоль, ну что ты хочешь от старой девы? Она даже мечтать не умеет. Вот ты. Работаем. О чем ты мечтаешь? Склеротичка, я тебе тысячу раз говорил. Стать писателем. А ты? А я мечтаю стать счастливой. Арсеньева, Киреева, может, закроете рты и приступите к работе? Вертихвостки. Мальвина Карловна, мы не вертихвостки. Зачем вы так? Мне-то лучше знать, вертихвостки вы или нет. А ты, Киреева, дорогуша, закрой рот. И перестань умничать, а то 3 по литературе я тебе гарантирую. И не видать тебе литературного, как собственных ушей. Арсеньева, стыд забыла. От сажнего глаз не отрываешь. Работаем. Открыли тетради, пишем. 1 сентября, сочинение на тему... Мальвина Карловна! А? А вы так с нами разговариваете, потому что не уважаете нас или себя? Что ты сказал? Вы так разговариваете с нами, потому что не уважаете нас или себя? Серега, ты чего? А за что это мне вас уважать? Да за то, что мы люди, а не фамилии в журнале. Не нужно нас оскорблять. Значит так, Сережа, фамилия в журнале. Встал и вышел вон из класса. Мерзавец. И чтобы завтра... Мама была в школе, и мне плевать на постоянное твое нытье про ее больное сердце. А еще сын героя, погибшего в Афганистане. Не сметь. Пошел вон. Пошел вон! Быстро! Ну, что? Работаем. Мы с мужем согласились. Такой мальчик хороший, ручки. Милочка, обычный тесть. Спасибо. Через 2 недельки запишете? К сожалению, не могу, биток. Милочка, свадьба все-таки.
Это вам за маникюрчик. Угу, спасибо. Придержалась. Дочка первый раз замуж выходит. Поздравляю, но ничем не могу помочь. Сделайте что-нибудь. Через 2 недели. Ах, ну приходите так. Еще. Может, перенесите кого-то? Давайте. Ну, пожалуйста. 14-го в 3, только не опаздывайте. Да. Какое опаздываете? До свидания. Всего вам доброго. До свидания, девочки. Всего хорошего. До свидания. Так, что тут у нас? Милка, ты что такая? Слушай, давай коньячку. Оля, отвали. А что я? А что ты разошлась? Да иду сегодня по улице. Отвожу Лику в школу. Вдруг ко мне подбежала цыганка. Дай денежку. Но я послала. Ну и правильно сделала. А что правильно-то? Знаешь, что она сказала? Что? Будет твоя дочка шаловой. Да ну. Ничего себе. Вот так. Сама шалела. И что, ты поверила? С одной стороны, нет. С другой стороны, да. А что? Кирке через месяц 17 будет. Знаешь что, ты не бери дурного в голову. Знаешь, что она еще сказала? Вдруг как заорет на всю улицу. Ты, говорит, своему мужу рога наставляешь. Прикинь. Откуда она знает? Что? Что она знает? Ничего. Сколько? Сколько он тебе уже не звонит? Уже 2 дня. А сколько вы вместе? Кажется, год, да? 2,5. А, ну так это уже пора. Давно. Что пора? Что, не проявляться. За что я тебя люблю, Оля, так это за твой молдавский оптимизм. Я пошла. Куда ты пошла? У тебя запись как в мавзолей. Ну, значит, скажешь, что мумия отнесли на это. Как ее? Реставрация? Все, у меня температура. Хватит ржать. Лак оставь на месте. Оставлю. Все, девочки, я пошла. До свидания. Пока. Пока. Затемпературила я что-то. Ты хорошо себя чувствуешь? Не очень. Последние 2 дня голова кружится. А что? Ничего. Просто какая-то бледная и круги под глазами. Слушай, Жорж, сам, хватит сочинять. Себя лучше посмотри. Ладно, ладно. Мы 2 подружки-поганки. Но красивые, жуть. Кстати, я забыла сказать. Пойдем в кинчик. Американская классика. «Унесенные ветром». Вивиан Ли в главной роли. Не могу, извини. Я Сережке пообещала. Он за билетами пошел. Понятно. Понятно теперь, почему он так быстро сбежал с сочинения. Влюбленный Ромео. Разве это плохо? Это прекрасно. Но опасно. Опасно? Опасно. Это почему? По законам литературы, жизнь подготовит вам серьезные испытания на прочность. Это пусть писатели живут по законам литературы, а у нас с Сережей свои законы. Это какие же? Закон о любви. А ну-ка. Любовь моя, меня не обмани. И это есть твоя мечта? Рано заневестилась Арсеньева. Как бы в Подоле не принесла. До свидания. Продолжаем работать. До окончания урока осталось 5 минут. Сережа, тебя не было всего полчаса, а я уже соскучилась. Я билеты не купил. Ничего страшного, зато вернулся. Кирюшка. А я с Молей поругалась. Ой, я ж совсем забыл. Ну, что там у тебя? Подожди, не подглядывай, это сюрприз.
Ну вот, покушали. Да, сюрприз удался. День какой-то сегодня дурацкий. Ёжик, Сережик. Ну что ты расстраиваешься? Это же мороженое всего лишь. Ого. Ой, я зацепилась. Ладно. Мы как сиамские близнецы. Вот сейчас найдем цветик-семицветик. Загадаем желание. И все мороженое мира будет нашим. Согласен? А почему не золотую рыбку? Ну, цветик-семицветик – моя любимая детская сказка. Знаешь, как важно загадать правильное желание и не ошибиться? Логично. А твоя какая любимая сказка? Не знаю. «Волшебник изумрудного города», наверное. А почему? Потому что в этой сказке каждый свой ищет по-разному. Кто храбрость, кто добро, а кто сердце. А что ищешь ты? Я? Я ищу любовь. Любовь? Так вот она. Вот она я. Любовь? Да. Я твоя любовь. Ну, не знаю, не знаю. Сомневаюсь. Что, ты сомневаешься? Сомневаюсь. Надо подумать. Что? Давай догоняй. Ты сказал? Стой, подожди! Давай догоняй, Кирюш, давай догоняй. А ну, иди сюда. Давай догоняй, я тут. Эй! Любовь нашлась. Кирюш, Ёжик, давай догоняй. Я тебя не вижу. Вы без очереди. Спокойно, гражданочка. Я из Горздрава. С проверкой. Ничего себе, какая наглость. Вы видели? Доктор, а вы давали клятву Гиппократу? И Гиппократу тоже. Куда же без него? На что жалуетесь? Раздевайтесь. Быстро в кресло. Вы еще не в кресле? А вы знаете, доктор, я... очень нуждаюсь в вашей терапии. А что наш муж? Не исполняет супружеские обязанности? Наш муж объелся груш. Да? Ну, тогда с этой проблемой к инфекционисту. Диарея – это не мой профиль. Груш объелся муж, а не я. А скажите, пациентка, вам неотложна помощь? Или все же интенсивная терапия? Мне бы, доктор, всю правду. Понятно. Первичный осмотр ничего не дал. Перестань, Томаш, перестань. Ну, давай быстрее. У нас мало времени. Я закрыл дверь. При чем здесь закрыл дверь? Ну, при том, что сюда никто не войдет. Расслабься. Томаш, ты скоро будешь меня любить в лифте. А ты что, хотела, чтобы на Елисейских полях? Нет. На крыше хрущевки хотела бы. Ясно. Ну что ж, давайте сначала. Так, на что жалуетесь? Изъясняйся быстрее, мне некогда. Да. Ничего себе. Ну вы подлец, доктор. А что за наезд пациента? Решил меня бросить? С чего ты взяла? Ты 2 дня не отвечаешь на мои звонки. Я уже не знаю, что думать. Пожалуйста, не истери. У меня была сложная пациентка.
Еле вытащили. Чуть богу душу не отдала. Угу. Удовлетворена? Не очень. Так, все, сегодня вечером у меня. Я тебе что, Моська, по первому свистку приезжать? Не дождешься? А вот так смотреть на меня не надо. Милочка, не ну куда надо. Же ты? А поцелуй. Перебьешься? Мила. Стоп. Без поцелуя никуда не отпущу. Стоп. Красный свет до вечера. Доктор, принимайте пациентов. У вас там полным-полна коробочка. Следующая. Ехал Вика, катере, Вика, подожди, не лети. Подожди, я тебе говорю. Ну ты видишь, сколько машин? Куда? Ой. Ну, Ли. О, смотри, тетя Оля. Тетя Оль, привет. Оль, привет. 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 Здравствуй, Костя. Какие у вас клипсы привет, красивые. Лика. И кофта. Ладно, вы пока пообщайтесь, я маму заберу. У вас новая прическа? А? Да, тебе нравится? Очень модная. Спасибо, классно, правда? Вам идет. Костя, а тебе нравится? Какая что? Кофта ну, красивая, прическа. Золотая. Смотри, как у принцессы. Классно, правда? Да. Я на коклюшке специально накрутил. Это мне сосед из рейса привез. Два раза платила, представляешь? Ну так нравится. Папочка, а где мама? Так вот я хочу узнать, где наша мама? Она еще утром ушла. Как ушла? Куда? Куда ушла? Я думаю, что она к клиенту пошла на дом. Слушайте, а давайте я с вами в кино схожу. Ура, у меня времени куча, клиентов ноль. Я раз сейчас только сумочку возьму, и все. Оля, Лика, пожалуйста, послушай меня, пожалуйста. Ну как? Я на самом деле по поводу кино погорячился немного. Мы у нас... Мы ходим-ходим в школу, а результаты у нас, к сожалению, отрицательные, да? Нас прически больше интересуют. Начинается. Ну, с вами в общем, все ясно. Да, мы учиться. Держи. Давай. Пойдем, Оль. Да, а ты вот, ты лучше в гости приходи, а то ты совсем перестала приходить. Просто работы много. Конечно, приду. Да, тетя Оль. Пока-пока, Лика. А прическа отличная. Отличная. Суперская. Спасибо, Костя. Тебе очень идет. Оля, пока. Может, вы меня уже причешете? Сколько ждать можно, а? Сейчас причешем. Ну, заходите, заходите. Лика. Держи, ранец. Лика, ну, подожди. Я к морю. Подожди, ну. Причешем. Лика, аккуратнее. Оп. А тебе нравится тетя Оля? Фух, ну, как нравится. Как человек нравится. Она добрая, но не очень счастливая. Хочу голубей покормить. А ты съела булку? Нет, дай, пожалуйста. А, голубям повезло. Тетя Оля несчастливая, потому что в тебя втерлась. Ой. Осторожно. Лик, ну что за глупости ты говоришь? Это не глупости и не мои слова. А чьи? Мамочкины. Мамочки. И кому она это говорила? Тете Оле. А ты что, послушивала? Нет. Я просто сидела рядом, когда мама работала в выходной. А тетя Оля накручивала себя на коклюшке. И они разговаривали о тебе. Смешное слово, коклюшки, да? Смешное. Пап, мама очень много работает. Да, малыш, мамочка много работает, потому что мамочка у нас денежки зарабатывает. Но денежки должны зарабатывать мужчины. Да, ты права, конечно, мужчины. Но только, понимаешь, не всегда в жизни получается так, чтобы мужчины могли зарабатывать. Мужчинам не всегда так везет, понимаешь? Это ты о себе? Ну почему о себе? Это я... Вообще. А еще мама говорила, что выходила замуж за гения, но ошиблась. А тетя Оля сказала, что ты еще всем утрешь нос, твое время еще не пришло. А еще мама сказала, что твоя гениальная диссертация можно разжигать костер для шашлыков. Папочка, ты расстроился? Да нет, малыш, что ты. Папочка, а разве гении бывают невезучими и бедными бухгалтерами? Видишь ли, Ликусь, некоторые гении в жизни очень честные люди. И они не умеют воровать, понимаешь? Вот, и они не всегда могут идти в ногу со временем. Угу. Но ты все-таки придумай, как можно заработать много денежек. Мне так хочется, чтобы у нас была машина. Ты придумаешь. Я постараюсь. Постараюсь. Так, ну-ка давай грустить не будем. Иди сюда. Хочу машину. Домой. Домой. Кира уже заждалась на меня.
Я наврал. Про что? Про сказку. Мне не нужно искать любовь. Почему? Потому что моя любовь – это ты. Навсегда? Навсегда. Это мама. Привет. Здравствуйте. Привет, мам. Здравствуйте. А что это мы в темноте? Мам. Познакомься. Это Кира. Очень приятно. Я тоже. Анна Константиновна. Ёжик Сережек немного говорил о вас. У вас хорошая улыбка. Спасибо. Ну, я пойду? Кир, может быть, останетесь? Поужинаем вместе. Спасибо, но мне нужно идти. Я провожу. До свидания. Угу. Всего доброго, спасибо. Всего доброго. Ничего себе. Ну, а чего не проводил? Она не хочет, чтобы ее мама видела нас вместе. А почему молчим? Что-то не так? Все, давай деньги на такси и полтинник. Ага. Традиционно спасительная версия была у клиентки. Да, была у клиентки. А чем ты обеспокоена еще? Да, обеспокоена. Мне сегодня цыганка. Будущее дурацкое, она прогнозировала. И что она спрогнозировала? Что мы будем жить долго и счастливо только в разных квартирах? Придумай для своих что-нибудь на выходные. Моя-то фантазерка, махнем в Ялту. Да ты что, в Ялту? Тогда, может быть, в нашу любимую Арианду? Ну так, ладушки, будет рядом пляж, номер люкс. Люкс? За что я тебя люблю, Томаш? За то, что ты человек дела. Как всегда. А твой мечтатель что? Че, мечтатель? Угу. Мечтатель мечтает. И в своих мечтах он себе вообще ни в чем не отказывал. Добрый вечер. Привет, Костя. Добрый вечер. Осторожно, у нас новый жилец. Ой, ёжик. Так я же тебе говорю, ну. Понимаешь? И она заходит в кабинет. И? Я смотрю вообще. Привет, пап. Привет, малыш. А ты что здесь делаешь? Тебя сижу, жду. Давно? Не, не очень. Ну, как дела? Пап, я так счастлива. Это хорошо. Хоть кто-то у нас в доме. Счастлив. Пап. А? А у вас с мамой все хорошо? Вы не поссорились? Да ничего, мы должны поссориться. Все хорошо. Так, ну-ка расскажи мне о своих достижениях. Ты что натворила? В смысле? В прямом. Мне сегодня звонили из школы. Кто? Угадай с трех раз. А. Твой классный руководитель. Моль. Не Моль, а Мальвина Карловна. А зачем? Да я сам не понял. Она сказала, чтобы мама почему-то зашла. А почему именно мама? Я не знаю. А, может, маникюр хотела на шару сделать? Юная леди, что за выражение? На шару? Ну, прости, пап. Но она правда невыносимая. И мужчин ненавидит. Так. А это мы откуда знаем? Она как-то в колхозе с нами разокровенничалась и сказала, что наш физрук за ней ухлёстывает и даже замуж звал. Так чего она растерялась? Физрук мужчина видный. Она сказала, что он не соответствует ее образу строителя коммунизма. Ты представляешь? Да, строитель коммунизма. Ладно, пошли домой. Пойдем. Пойдем.
Алика спит? Давно спит. Она же у нас идеальный ребенок. Да, вам повезло с ней. Да нам и с тобой повезло. Заходи. Слушай, я не поняла, почему все-таки маму именно мой вызывает? Вкусное зино. Можете бором стать? А что на... Боже мой, крылья. Откуда? Это тетя Катя подарила. Они сегодня во дворе 3 ящика кур продали. Меня всегда интересовало, где они их выращивают? Мам, я тебе 100 раз рассказывал. У нее зять работает на птицефабрике. Обаятельный и скромный воришка. Что там видишь? Любовь, конечно же. Да, мальчик вырос. Отец вернется, не узнает. Мам, не начинай, пожалуйста. А я и не начинаю. Я знаю. Я знаю. Да, салат. Вилочку дай, пожалуйста. Спасибо. А, сметана. Да. Уже прошло 7 лет. А ты как в гипнозе говоришь про папу, что он вернется. Да хоть 27. Пропал без вести. Значит, не погиб. Значит, папа жив. Да. Ой, господи. Капли. Мам. Кажется, отпустил. Вот и поужинали. Прости. Не крадись, я тебя вижу. Я не сплю. А что ты не спишь? Тебя жду. А. Я у клиентки была. Очень тяжелые руки оказались. Да? И ноги. Ну, как вы тут? Ты у Лики уроки проверил? Да, проверил. Но вообще-то мы собирались вместе в кино все пойти. А. Че, Кира? Классная руководительница попросила тебя завтра зайти в школу. Зайди ты. У меня очень много работы. Должен же кто-то деньги для семьи зарабатывать. Я бы с большим удовольствием, но она настоятельно просила, чтобы пришла именно ты. Ой, надоело, надоело. Везде я, везде я. Мила. Чё? Я не спрашиваю, где ты была и с кем. Я не заставляю тебя врать. Врать? Ага, врать. Подожди-ка. Ой, надоел в усмерть. На! На, 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 на! Удовлетворен, держи, крепче. Вот тебе мое вранье. Я сама устала от своих халтур, от этих грязных, потных, желтых пяток с трещинами, обкусанных ногтей. Молодец какой, вранье. Но выхода нет. Я же от тебя даже десятки сверху дождаться не могу. Можешь нам развестись, а, Мил? А, развестись. О, видал? Видел? Понятно? Но это же не жизнь. Ой, ладно, хватит ныть. Не жизнь это у него, не жизнь у него это все. Все нормально, все как у людей. Я не позволю наносить девочкам психологическую травму. Они не виноваты в том, что мама вышла замуж за обещание, а папа женился на Надежде. И не их вина, что папа не выполнил обещание, а мама поэтому не оправдала Надежды. Спокойной ночи.
Выключи свет, пожалуйста. Мама. Что вы делаете? Я вызываю скорую. Нет, не нужен скорую. Мне уже лучше. Какой лучше? У тебя губы посинели. Ты это специально, да? Что специально? Убиваешь себя. Что ты такое говоришь, а? Мам, послушай. Я понимаю, что вы с папой очень любили друг друга. Но так нельзя. Папы больше нет. Ты хочешь, чтобы и тебя не было? Ты хочешь, чтобы я остался вообще один? Мам, это нечестно. У меня в этом мире вообще никого, кроме тебя, нет. Вернее, кроме тебя и Кирки. Но Кирка — это другое. Я понимаю. Я понимаю, Сереженька. Но у тебя есть еще и папа. Мам, пожалуйста. Серенький, ну, пожалуйста. Ну, поверь мне. Я чувствую. Он жив и вернется. Я даже знаю, как это будет. Раздался звонок в дверь. Я подойду. Спрошу, кто там. Я слышу. Нюда. Это я. Ёжик, Сережик. В одну шеренгу становись. Простите, а куда мы идем? Тамила Юрьевна, в учительской мне не хотелось об этом с вами говорить. А что случилось? Здравствуйте. Поэтому я хочу побеседовать с вами без свидетелей. Молчите? Ну что ж, на правах классного руководителя просто женщины я хочу отвести от вас беду. Да и не только от вас, но и от школы тоже. Мальвина. Карловна. Да, я помню, что вы Карловна. Спасибо. Мальвина Карловна. Что за беда у вас? У меня нет никакой беды, а вот если мы с вами не проявим бдительность, то может произойти не только беда, но и позор. Позор? А что за позор? Мальвина Карловна, можно яснее? Куда уж яснее. Вы извините, пожалуйста, меня ждут клиенты, я не могу разгадывать ваши ребусы. Не могу. Ребусы, говорите? А вы в курсе, что ваша дочь встречается с мужчиной? С чего вы взяли? Об этом вся школа знает. Вся школа? Да, вся школа. То есть моя дочь встречается с учителем? Ну, до этого, слава богу, дело не дошло. Кто он? Одноклассник. И мне кажется, там уже все не очень чисто. Они так смотрят друг на друга. Как они смотрят друг на друга? Не побоюсь этого слова. Всепожирающе. Кстати, вы в курсе, где сейчас ваша дочь? Да, конечно. Где ж? Ну, в школе, где же ей быть? Ошибаетесь. Ошибаетесь. В каком смысле? В самом прямом. Она отсутствует. И это еще не все. Отсутствует ее молодой человек. Это вас ни на какие мысли не наталкивает? Да. Ты пришел, Ёжик. Привет, Кирюш. А что случилось? Почему ты не в школе? Я проспала и приболела.
Проходи. Ты такая бледная. Что-то серьезное? Не знаю, наверное, отравилась. А, совсем забыла, это тебе. Сумасшедший. Ты сумасшедший. Это же соседкины цветы с клумбы. Если она тебя видела, нам конец. Зато умрем в один день. Я люблю тебя. И я тебя. Пойдем, я тебя кормить буду. Пойдем. А ты что такое невыспавшийся? Да маме плохо было, всю ночь не спали. Постоянно повторяет, что отец жив и вернется. Ой. Кирюш. Кирюша. Кирюш, тебе плохо? Ну что с тобой? Кирюш. Сереж, пообещай мне, пожалуйста, что мы всегда будем вместе. Пообещай, что не пойдешь в военное. Но если с тобой что-то случится, я в ту же минуту умру. Стань лучше врачом. Ну, чтобы наши детки не стояли в очереди в поликлинику. Ну, ты же знаешь, у нас династия. Но у тебя и дед погиб, и папа. Так. А что это за картина? Здрасте. Маслом. Почему ты дома? Добрый день. Здравствуй, мама. Ты должна быть в школе. А ты на работе. Все шутишь? Я только что была в школе. У твоей классной руководительницы. И что сказала Моль? Я не услышала ответ на свой вопрос. Мама, я себя плохо чувствую. Угу. А это, видимо, твой доктор. Мам, это Сережа. Он мой одноклассник. Мне было плохо, он пришел меня проведать. Проведал? Я, пожалуй, пойду. Пожалуй, пора. Выздоравливай. До свидания. Сереж, не обижайся, она хорошая. Все нормально. Я позвоню. Хорошо, я жду. Кира, мальчики очень плохо заканчиваются. А чем ты у нас заболела? Кажется, отравилась. Интересно, а что у нас там не свежее в холодильнике? Котлеты? Свежие, прекрасные. Суп с фрикадельками утренний. Тоже нет. Может, и в школе что-то съела? Не то. Да нет, мам, я в последнее время вообще есть не хочу. Ой. Что? Что такое? Кира, Кира, что? Мамочка, мне так плохо. Сядь. Какие у тебя с ним отношения? Спасибо. Ты спишь с этим сморчком? Мам, не оскорбляй его, пожалуйста. Значит, спишь. Можно я пойду в комнату? Правда, мне плохо. Ей плохо. Тебе плохо. Офигеть. Цыганка была права, и Моль тоже. Мам, какой позор. Какой позор. При чем здесь Моль? Какая цыганка? Мама. Да заткнись ты! Если ты беременная, то я тебя убью. Петровна! А? Ты чё сегодня такая хмурая? Какой-то он зелёный. Не твое дело. О, грубишь, видать, ничего не продашь. Вот сволота. Товарищ бравый офицер, выбирайте букетик. Цветы у меня лучшие служивый, в районе. Служивый, служивый, зачем вам эти цветы? Семена голландские. Вот яблочки. Какие яблоки, Петров, молчи. Ваша дама будет довольна. Виноградик, и сада свой. Голландские. Ну, а то. Очень красивые. А это наши.
А наши попроще. Соскучился. Оттуда прибыл служивый. Как тебя разукрасили-то, ироды? Сколько этот афган несчастья принес? А знаете что? Сделайте ко мне букетик. Ну хорошо. Ой, у меня у соседки сына забрали. Сына забрали и не вернули. 19 лет не было. Ой, так она в свои 38 за одну ночь в старуху превратилась. Вот горе-то, а? Вот горе. Ну, а начальство его к цинковому гробу медальку приложило и письмо. Погиб при исполнении интернационального долга. И пообещали, что никогда не бросят, а сами ни слуху, ни духу. Ну, сволочи, ну, сволочи. Держи. Спасибо. Может, это... Обернуть? Гран 2 рубля. Да нет, мне кажется, так красивее. Ну, смотри. Вот, возьмите. Не смей. Почему? Это мой тебе подарок. И не думай. Ну, неудобно. Да я тебе говорю. Я тебе говорю, не смей. Командовать будешь. Командиром будешь. В бою. А тут я решаю, что надо, чего не надо. Может, я так радость выражаю от всех баб, что живой мужик домой вернулся. И матери, и вдове не надо сердце рвать в одиночестве. Понял? Понял. Спасибо вам. Спасибо. Пойду. Куда идти-то? Всего доброго! Привет. Привет. Ты чего не в школе? Да Кира заболела, я ее проведывал. Ну, решил в школу не идти. Ну, ты не волнуйся, там ничего серьезного. Труд, физкультура, география. Ну, хорошо, русский, моль. Нормально. Как ты себя чувствуешь? Врач был? Был. Все хорошо. Слушай, постой, не уходи. У меня для тебя кое-что есть. Так. Обновка? Угу. Слушай, такой накопал чудный фасончик в бурде. Раздевайся. Мам, ты что, свой свитер порезала? Ой, 8 же лет его ношу. Надоел. Так вот, переделала выкройку на мужскую. Будешь у меня самый модный. Дай руку подними. Так. Сейчас. 42. Ну все, кнопки поставим, перелицуем. Будешь у меня фронт. Давай. А что с настроением? Да ничего, все нормально. Обед есть? Раздевайся, я поел. Конечно, мыть руки. Давай, голодный мой. Мам, откроешь? Открою! Мам, кто там?